Азербайджан продолжает укреплять систему охраны границ в рамках своей территориальной целостности. Этот процесс осуществляется на основе карт. Министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с делегацией Центра Каспийской политики США. Глава внешнеполитического ведомства проинформировал делегацию о последних событиях в регионе, включая новую постконфликтную ситуацию. Были отмечены шаги, предпринятые Азербайджаном в связи с выполнением трехсторонних заявлений, включая возвращение лиц в статусе военнопленных, передачу противоположной стране тел около 1600 армянских военнослужащих, а также продолжение соответствующих переговоров для открытия коммуникации. В то же время делегация была проинформирована о том, что Армения до сих пор не предоставила информацию о 4000 азербайджанцев, пропавших без вести в результате военных действий в 1991-1994 годах. Коснувшись вопросов энергетики, Джейхун Байрамов рассказал о масштабах проектах, реализуемых в этой сфере, их вкладе в развитие региона. Стороны также обменялись мнениями по вопросам двухсторонних отношений и региональной безопасности.